Привет, зритель. Обзорчик будет. Ой, спортмастер ходил и купил вот такой мяч гимнастический. Но вообще это фитбол, правильно называется. У меня был такой 75, мне он показался слишком большим. Все-таки сейчас вот не знаю, может быть, надо было 75 взять. Вот, ну у меня вот он был, и он лопнул. На него мой отец сел, и все. На этом закончилось. Еще в спортмастере я купил тормоза. А, я забыл уже, как называется. Ну да, колодки тормозные. Почему-то стоят 350, хотя другие были за 500. Вернее, как другие. Точно такие же, но за 500. Разница только... Не знаю, упаковка чуть-чуть другая. И все. И еще мне сказали, если купите еще какую-нибудь самую такую маленькую мелочь, у вас там будут какие-то бонусы на карту. Я, ну ладно, купил вот такой вот батончик. 35% протеина. 100 рублей дороговато. Сделан в декабре. Давайте попробуем, что это за батончик такой. Протеина много. Правда. Ну, как заявлено. О! Да, это чистый протеин на вид. А на вкус... много всего намешано. Сейчас скажу. Это соевый протеин, соевый белок, но такое ощущение, что его еще с каким-то белком смешали. Итак, состав. Хлопья овсяные, да-да-да, чувствуется. Ржаные. Ну, что-то такое есть. Пшеничные. Ячменные, не знаю. Протеин в скобочках соевый, запятая молочный. Видели, как я угадал? У меня вкус хороший. Сублимированная малина. Есть малина на вкус. Шоколадная глазурь. Ну да, там не шоколад, а какая-то гадость. Сахар. Кондитерский жир. Да, есть такой противный, такой невкусный жир. Сухое молоко. Ну, можно сказать, что-то такое обезжиренное. Лецитин, эмульгатор. Фруктовый сахар. Она же фруктоза. Какао-масло. Патока крахмальная, карамельная. Ну... Блин, я не знаю, кому-то может не понравиться, вкус довольно специфический. Вот. Я думаю, 80 грамм здесь, да? Я думаю, он своих денег все-таки, наверное, не стоит. Все-таки цена ему рублей 50. Все-таки, потому что тут ничего такого особенного нет. Ну, хлопья овсяные, они копеечные, ржаные, пшеничные, это все копейки, ячменные копейки, протеин соевый копейки. Вот такая вот упаковка соевого протеина стоит рублей 100, это килограмм где-то. А здесь сколько его грамм, я даже не знаю. Тут 25 грамм жира, например. Какого жира? Откуда? Скорее всего, какого-нибудь гадского. Но 513 килокалорий. Был бы он 100 грамм. Было бы здорово. Сразу 500 килокалорий съел и порядок. Вот. Был бы он, короче говоря, был бы он 50 рублей и был бы он 100 грамм. Было бы прикольно. Я, пожалуй, бы такие бы покупал.
ну, с собой носить. Где-то раз есть захотел, быстро его чпок. Вот, сколько там лактозы, я даже не представляю. Наверное, процентов 30 тут лактозы. Производитель отечественный. А у нас в России лактозу пихают буквально во все. Зачем фруктоза вместо сахара, непонятно. Углеводов 36. Как-то так, ну, туда-сюда. Белков 35 грамм, действительно. Вот. Ну, больше, в принципе, ничего не написано. Значит, из 10 баллов я бы поставил ему балла 3. 3,5. Так, ну и зашел я еще в Детский мир. Купил, наконец, вот эту штуку, безлактозный Nestlé. Nestlé один из производителей, который умеет делать молоко без лактозы. По-моему, если я не ошибаюсь. Но они это делают не очень хорошо. Но, тем не менее, в составе лактозы я не увидел. Что у нас? Это детское питание. Сухая смесь. Наверное, молоко. Я не очень разбираюсь, в общем. Пищевая ценность 100 грамм порошка, калорий 500 килокалорий на 100 грамм. Ну, это порошка, он же разбавляется. Не понял, насколько его хватит. Я так из того, что здесь все поперечитал, у меня вышло, что ну, хватит его, наверное, надолго. Вот. Можно ли из него сделать более-менее что-то похожее на молоко, я не знаю. 25 жиров, линолевая кислота, альфа-линолевая арахидоновая кислота. Это очень полезная штука. Есть, по-моему, в сале, больше нигде. Доказагексаеновая кислота. Не знаю, что такое, белки, казеин, вот, молочный казеин, 19, 10, почти 11 грамм, это круто, то есть можно использовать как такой протеин лайт, но тут, конечно, его надо будет дозу превышать конкретно, вот, ну и погнали, что там у нас, углеводов 59, так, а белки, кстати, сывороточные, то есть, так, белки молочные, сыворотки, казеин, наверное, это и есть изолят, минеральные вещества, зола какая-то, натрий 170, я не помню, много это или мало, калий, вот калий, калий 600, надо будет посмотреть, сколько это 600, 600 чего, опять же, ну не грамм же. Ладно, хлориды, кальций, фосфор, магний, витамин А, витамин А, еще раз витамин Д, витамин Е, витамин К, Си, В1, В2, ПП, витамин В6, отлично, фолиевая кислота, отлично, пантотеновая кислота, все, все круто, все, В12, ой, так, хаин, инозит, таурин, L-карнитин, елки-палки, железо, йод. Йода, может, мне сейчас не хватать немножко. Давно не употреблял йод. Медь, цинк, цинк отлично, марганец. Селен, осмоляльность какая-то. И мерная ложечка еще. Опа. Ну что, откроем. Ложечка. Почему-то с дырочкой. Так, да. Стоила эта красота вся. Детский мир. 677 рублей. Ну, хоть не 666. Спортмастер, кстати. Как-то я все вместе скинул сюда. Спортмастер, кстати, все подорожало. Вообще капец. Хоть у них там и акция, но нахрен эту акцию.
цены какие-то ненормальные. Вот эта штука стоила 1000 рублей, сейчас она стоит, фитнес-бол этот, 1249, то есть на 250 рублей дороже. Это еще по-божески. Дальше батончик протеиновый Fortex протеин бар 100 рублей, да, ну 99 рублей. Так, и ну и колодки 349. Все, о чем тут говорить. В принципе, все. Мы еще этот мяч надуем. Не переключайтесь. Так, открыли. А запах ничем не пахнет. Ой, так. Чего-то там вроде одну ложечку на 200 миллилитров. Тут меньше. Чуть-чуть. Попробуем, что за молоко. За твое здоровье, подписчик. На вкус как вода. Погнали дальше. Давай еще две добавим. Плохо, что как вода. Значит, без толку все это. Оп. Наверное, сахар надо добавлять. Вместо лактозы. Ну, сейчас похоже на безлактозное молоко по вкусу. Да, если добавить сахар, то можно употреблять как безлактозное молоко, которое я покупал. Так, у нас здесь сколько смеси? 400, по-моему, грамм. Да, 400 грамм. Я покупал безлактозное молоко, тоже, по-моему, 400 грамм. Не помню, на сколько литров, на 5 что ли литров его всего. Здесь, наверное, также, может побольше. Вот, но то безлактозное мне вышло в 1500, а это в 677 рублей. Вкус очень даже ничего, даже не хуже, чем у того безлактозного финского молока. Так, ну что, да, еще заходил вам видео. Все, что я там смог себе позволить, это бесплатный журнальчик. Журнал. Так. Шутки в сторону. Фитнес-бол. О, надо чем-то разрезать. Тут стандартный вот такой вот насос. И сам мяч. Я хотел с такими большими пупырышками взять. Тут такие маленькие пупырышки. Ну, вон там чуть дороже. Надо было все-таки тот купить. Не пожалеть, не знаю сколько там, рублей 300 сверху. Но тем не менее. Значит, это насадки. У нас и затычка. Напоминаю, что он стоит 1249 рублей. Вещь хорошая, даже если не занимаетесь, на нем можно сидеть. Просто сидеть. Ну, скажем,
скажем, за компьютером заниматься можно на нем. Сейчас попробуем таким насосом. Качать его. Мимо, да? Да, это будет тяжелое видео. Вот этим накачать даже не пытайтесь. Очень тяжело. Хотя я качал 75 сантиметров мяч. Этот-то поменьше, конечно. Ну, вот такую затычку, которая входит в комплект. Сюда надо воткнуть. Все, нормальный мячик. Ой. Конечно, у него еще есть такие спайки, но они разойдутся, может быть, через месяц. А еще этот мяч собирает всю пыль в доме, имейте в виду. Надо было брать пупырышками, чуть дороже, конечно, я сэкономил, нищеброд. Фух, ну все, пока. Ужас, как устал.